Ту-ту. Постойте-ка. Постой, паровоз. Не постой. Постойте-ка, а при чем тут паровоз? Привет, ребята. Всем привет. Мы продолжаем нашу распаковку Enchantimals. Продолжаем, потому что одну распаковку мы уже делали, да? Да, с медведицей. Да, с медведицей Брен. А сейчас мы будем распаковывать кого? Фламинго! Вот такая красавица, девочка Фламинго. Сейчас мы ее будем освобождать из коробки. Угу. Медведица Брен уже встает, готовится встречать нашу Фламинго. Красиво. Угу. Кого тебе первого освобождать? Девочку. Девочку, хорошо. Они уже бегут встречать, прям уже бегут. Бегут встречать. Сидят уже на А им навстречу бежит вот такая красотка. Посмотрите, какие у нее глазки. На, держи скорее. Очень красивая. Так, ты пока их знакомь, а я открываю ее помощника. Мама, ты же меня заметила, вот эту такую ниточку. Да? Не всю упаковку я сняла. Ну, видишь, так хорошо крепко крепят этих куколок. К ним еще бежит. Или летит, или как? Фламинго. Вот такой красавец. Держи. Фламинго. Я потом сниму ей эти ниточки дополнительные, которые там у нее Ой, есть. Ой, ну снимается. Да, снимается колпачок. Вот так только. Вот, а этот, по-моему, чуть поменьше. Угу. Розовый фламинго, дитя заката. Держи. Так, и, конечно же, столик. Столик? Да, вот такой. А на столике ножка. Ножка стола тоже сделана с фламинго, смотрите. Только с одной стороны здесь такие пальмы, а здесь фламинго. И тортик, а тортик снимается. Да, держи. Да, здесь только фламинго в пальмах, а тут только и просто пальмочки. Да, и осталось еще два. Тут у нас аксессуара, которые идут в этом наборе игровом. Вот, и это... Вот такие вот подарочки. Такие коробки с подарочками. Держите подарочек. Смотри, каждой девочке по подарку получилось. Да? Да. Здорово. Набор этот называется «Вечеринка Фламинго». Да? У них сейчас будет настоящая вечеринка. Столько продуктов у них. Да, у нас, кстати, эти два набора очень хорошо сочетаются, да, Даша? Да. И там продукты, и тут вечеринка, а тут пикник, можно все объединять, играть. Здорово. Да. Так, у нее другая прическа, и вот здесь вот Даша увидела, да, я не заметила, вот здесь вот еще прикреплен этот обруч. У него это не снимается. Нет, манишка не снимается, я видела, что она там прикреплена. Так, у него колпачок снимается, смотрите, вот так вот можно отсоединить или нельзя, не знаю пока. Мама, и даже тортик можно! Да, так, ой, вот вроде бы я все открепила, подарочек. Смотрим, о, снимается. Смотрите. Вот так она выглядит, ага, вот так она выглядит без обруча, без этого колпачка своего такого нарядного. А могут они меняться своими, вот Брен и Фэнси, они могут поменяться вот обручами этими? Да. Думаешь, да? Давай попробуем. С подарочек. Так. Торт, кстати, с подарками можно в эту корзинку сложить. Да. Да? И кому-то подарить. Нет, они не могут. Не могут? Нет? Не знаю. А ну да, я попробую, мне интересно. Может быть, у них же головы-то одинаковые вроде бы. Не, Даш, могут, смотри. Вот. Получается. Очень даже получается. Мама не может из-за ушек. Да, я сделаю. На, держи. А ну, давай попробуем. Ой, кстати, мы же ее еще не показали ближе, да? Покажем? Да. Покажем поближе нашу Фэнси. Я только показала, какой у нее красивый макияж. Очень красивый. Где макияж?
Ну вот глазки у нее раскрашены, видела как? Mm-hmm. Вот. Кстати, цвет волос на камеру другой. На камере он почему-то какой-то рыжий, мне кажется. Ну, на самом деле он такой какой-то... Розовый. Ну, как розовый, фламинго, да. Розовый. Цвета розового фламинго. Вот. Вот такой у нее топ расписной. Юбочка очень красивая. Так, там у нее трусишки в цвет топа. Получается тоже бодик такой. И туфельки. На туфельках тоже есть рисунок фламинго. Представляешь, Даш? Угу. Мама, а где же и колпачок? Ой, мы чуть не забыли. Да, мы же хотели, чтобы наши девочки поменялись. И так вот и Брен у нас осталась без колпачка. Сейчас я попробую одеть. Так, ну-ка. О, вот, тоже, видишь, получилось. Мама. И здорово, они могут меняться этими повязочками своими такими. Мама. Эти куколки очень хорошие, они очень не тянулись. Да? Мне тоже понравились. Держи. Спасибо. Подружки такие, да? Да. Где еще, как не в сказочной стране, будут дружить медвежонок и фламинго? Правда? Угу. Хранительницы леса. В их мире главное это забота. Посидят и пойдут домой. Ага. Ты садись вот тут, после хомячков своих. Медвежата, какие же это хомячки? Все время... Ничего себе хомячки! Немножко... Очень у нас интересная получилась компания. Немножко посидят, полюбуются на деревья, у них на деревьях вишни. Да? Да. Поспели вишни в саду у дяди Вани. А дай я тортик покажу поближе, ну-ка. Я, по-моему, тортик близко не показывала. Он очень красивый такой. У него свечка, тут сверху цветочки. Такой красивый, красивый. Давай мне тортика положи. На, держи, держи. Все, они покушали уже все. Они доели все, допили. Подарки они не открывали до вечеринки следующей. Теперь хомячки. Медвежата, да. Медвежата. Ну какие же это хомячки? Не живые. Есть хомячки, которые вот такого размера, живые хомячки. Сейчас мы медвежат туда посадим или что? Чтобы они как-то поехали. Ну посади туда. Сейчас попробуем. Надо высыпать жидкость. Вот они сели туда вдвоем. Ну продукты я не знаю, не уверена, что продукты там поместятся уже. Нет. Не поместится. Нет, не поместится. Давай в общем, сюда. Нужен еще один набор с корзинкой, да? Да. Давай сюда, давай. Давай. Даю. Даша вот что придумала еще присоединить. Да? К нашему пикнику. Еще продукты приехали. Что там приехали за продукты? Морковка, груша, клубничка и мёдик. Ой, еще мёдик для медвежат. Я положу это в этом, в корзинку. В корзиночку, да. А медвежатки там поедут. В общем, шопкинсы объединились с Enchantimals. Надо маленький просто... медвежоночек сюда сядет. Так. Смотри, как я придумала. Угу. Он не выпадет. О! Так. Вот они поедут. Да, чудно ты придумала. Повезла. Она их катает, да? Да, катает. Здорово. Это их колясочка теперь. Они накатались, и мы идем в магазин. О, Enchantimals идут шопиться. Ой, Пенси купается в реке, а Брэн занимается гимнастикой. Ух ты, здорово. Вот наши девочки в купальниках. Мы их показываем хорошо, близко. Вот, Даша, вот это какой? Для, купальник для гимнастики, да, ты сказала? А это чтобы купаться. А это купаться. Вот такие у них внизу. Костюмы. Вот. И девчонки здорово проводят время. Где? Возле реки. Возле реки, да? Держи. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. А здесь вот такая у них лужайка. Красота. Сколько вкусняшек. А здесь у них что? Здесь они одежду свою оставили, да? Да.
Вот так вот они аккуратненько сложили и пошли купаться. Корзиночка. Корзиночка, да. Вот там такая. Такие ручки, что подарки можно прикреплять вот так. Ух ты! Они что, не падают? Нет. Класс! А ну дай покажем ручки. Да, ручки я видела. Но я думала, что они просто такие декоративные. Акробатически идет на природе. Да, девчонки взобрались на корзинку сверху, да? Мы же выяснили, что там есть такие штыречки, да, на которых они могут стоять. И вот они показывают на природе прямо гимнастки, спортсменки, хранительницы леса. Просто да, класс. Да, я тоже. Ну и ты тоже, конечно же, чернейка. Но я хранительница сладостей. Это точно. И хранишь ты их где? В животике? Да. И на полочке на своей секрете. Да. Мне этот набор тоже очень понравился. Мне тоже. А какой тебе больше понравился? Скажи. Даже не знаю. Да? Не, ну, потому что очень сложно определиться, потому что они такие оба красивые, да? Да. Ребята, пишите нам в комментариях, какой набор из этих двух вам понравился больше. И какие есть у вас? Да. Да? Ну что, мам, давай прощаться? Ну давай, на сегодня будем прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Всем пока! 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 Она свой выкладывает. Вот. Сама уже. Видишь, они все уложились на минуту, а они еще нет. Все, они все спят. Сколько стоит корзиночка?